Студийные фотосессии сегодня настолько популярны, что многие семьи, компании, да и просто отдельно взятые личности уже не по разу предстали в ярком свете перед камерой, давно выложили в соцсетях свои фото в нарядных одеждах. Авторы проекта Fashion Colors пошли дальше. Их идея представить девушек-участниц сразу в трех направлениях – фэшн, бьюти и будуарном стиле. Мы организовали фотопроект по цветам Пантон, которые модные в этом сезоне, 2017-м, весна-лето. Почему такая тематика? Потому что мы хотим продвигать этот тренд в нашем городе, продвигать эту бьюти-культуру, продвигать фэшн-направление. Хочется донести до людей, что помимо цвета года, который признан по версии Пантон, есть еще множество модных и актуальных цветов. Вот. Ну и, наверное, еще одна причина, скажем, да, почему мы решили делать именно в какой-то тематике фотосъемку. Потому что многие девочки, то есть, хотят красивые фотографии, как бы, но не все могут просто преподнести это правильно. То есть не все могут подобрать макияж, не все могут подобрать прическу, да. То есть тут, работая в команде, мы это делаем все в общем, согласуя, обговаривая, обыгрывая каждый образ. Прически и макияжи для съемки были выполнены не столько в тенденциях моды, сколько в соответствии с художественной концепцией проекта. Губы остаются в этом сезоне на пике популярности яркие, поэтому можно смело делать их этим летом. Также в этом тренде сияющая кожа, влажная особенно, то есть можно отказаться от пудры и использовать кремовые хайлайтеры. Мы тоже это используем. Но уже есть море положительных эмоций от макияжа, от прически, от костюма. Поэтому я думаю, что уже это того стоило. Самое интересное то, что создали образ полный, сделали крутую прическу, просто супер локоны, красивый макияж. Ну, то, что сделали из дня такое. Необычные оригинальные фотосессии требуют тщательной подготовки, профессиональной работы в команде, а также раскрытия заданной темы. Тогда и результат будет не только эстетичным, но и актуальным, свежим и оригинальным.